Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», в эфире программа «Подробно», меня зовут Яна Гринблат. Каждую неделю мы обсуждаем самые важные события в США, и на этой неделе, соответственно, это протесты, которые проходят сейчас около Белого дома и вообще во всех 50 штатах. Протесты начались 26 мая, 25 мая во время задержания погиб Джордж Флойд, и, собственно, это спровоцировало волну протестов. Мы поговорим о протестах и реакции Белого дома на них с собственным корреспондентом в Белом доме Михаилом Комадовским. Миша, привет! Привет. Ты как настоящий репортер с ручкой и блокнотом, а может с пулеметом, все это время был, так сказать, в поле. И расскажи, пожалуйста, тебе было страшно в какой-то момент? Как я слышу сейчас, это скорее гуляние, а не протест. Ну, во-первых, скажу, почему же как? Почему же как настоящий репортер? Да, действительно, сегодня вот я уже на самом деле сбился со счета, какой сегодня день протестов в Вашингтоне. Если мне не изменяет память, это 8-й день с момента, как начались протесты в американской столице. Ты знаешь, до момента, когда нам выдали бронежилет и каску, которые весят довольно много, и передвигаться в них довольно трудно и жарко, в Вашингтоне сегодня больше 30 градусов, и днями ранее была такая же погода, было немного страшно тогда, когда, например, под ногами у тебя просто взрывались салюты, которые радикально настроящие протестующие направляли в толпу и в сотрудников правоохранительных органов. Действительно, было и такое в первые дни. Сейчас действительно, ты права, здесь протесты больше напоминают массовые гуляния. Здесь установили колонки перед входом в Лафайет-парк. Единственное, что не исчез забор перед Белым домом, перед входом в этот Лафайет-парк, который появился с тех пор, когда Дональд Трамп вышел в парк и постоял, попозировал для фотографии вот рядом вот с этой вот церковью Святого Иоанна, Сент-Джонс Чёрч. Собственно, здесь сейчас вообще нету никаких признаков того, что мы могли наблюдать несколько дней назад. Действительно, протест сегодня можно назвать мирным. И вот несмотря на вчерашний дождь, вчерашнюю грозу и вот сегодняшнюю жару, здесь присутствует около нескольких сотен человек. А вот у нас уже зрители спрашивают, а почему это ты без маски? Отменили, что ли? Нет, действительно, маску я снял перед эфиром, так как вот вокруг нас мы можем видеть, что люди находятся на расстоянии более 6 футов, то есть более 1,5 метров. Но каждый раз, когда мы заходим в толпу, я надеваю маску. Например, в моем твиттер-аккаунте, кстати, подписывайтесь, собачка Комадовский, даже есть фотография, где вот я и мои коллеги в полной амуниции, в бронежилете, в каске и в нескольких масках для того, чтобы защитить себя и окружающих от распространения коронавируса. Я хочу напомнить, друзья, если вы находитесь в многолюдных местах и нет возможности соблюдать социальную дистанцию, действительно, маска может спасти больше не вас, а людей, которые стоят рядом от заражения, в случае, если вы являетесь переносчиком коронавируса. Мы знаем, что этот недуг может быть бессимптомным, передаваться даже в этом бессимптомном состоянии от человека к человеку, поэтому будьте осторожны. Вот даже могу тебе показать, маска у меня в кармане, вот, чтобы потом не сказали, что я вру, вот, маска есть. Если расскажи, пожалуйста, поподробнее о требованиях, которые предъявляют протестующие. В чем, собственно, состоит суть их требований? Ну, во-первых, нужно сказать, что протесты не носят организованный характер, довольно хаотичные, довольно разные эти протесты. Мы могли это наблюдать днями ранее, когда, например, одну колонну людей разгоняли, вторая колонна людей уходила в другую сторону, и как бы и я пытался найти организаторов, каких-то главарей, сотников, как это было, например, на протестах на Майдане в Украине несколько лет назад. Так вот, таких людей, которые были бы во главе этого всего, я не нашел. То есть люди действительно выходят и требуют правосудия, требуют остановить полицейское насилие в отношении национальных меньшинств, в отношении людей афроамериканцев. Собственно, каждый слоган, он отличается. Действительно, здесь мы можем видеть очень много людей с транспарантами, вот вокруг. Рядом со мной сейчас проходят люди с надписью «No justice, no peace». Этот слоган мы могли слышать несколько дней подряд, что означает, если не будет правосудия, значит и не будет мира.
Black Lives Matter, то есть жизни афроамериканцев важны. Кстати, хочу отметить, что вот сейчас на 16-й улице по поручению мэра города Мюриэл Баузер появилась огромная надпись, огромный мурал на проезжей части, который, собственно, и гласит «Black Lives Matter», «Черные жизни важны». И он, эта надпись растянулась на целых два квартала, и вот эту площадь, это импровизированная площадь, перекресток между 16-й стрит и H-стрит, по поручению Мюриэл Баузер, мэра Вашингтона, назвали площадью, если хотите, Black Lives Matter, то есть черные жизни важны. Собственно, аудитория большая. Здесь аудитория, существует такой момент. Протестующих много. И действительно, очень важный момент. Очень многие люди в социальных сетях ошибочно полагают, что, например, протестующие, они все поголовно являются радикально настроенными. Неправда. И это следует подчеркнуть и говорить об этом только о том, что не все... Миша, мы потеряли с тобой связь. Сейчас не работает твой микрофон. Пожалуйста, Миша, попроси оператора. Да, вот сейчас мы снова слышим тебя. Маленький момент по поводу того, что сделала сейчас Mural Browser. Миша, мы теряем связь с тобой. Миша, мы снова не слышим тебя, твое изображение замерзло. Я сейчас скажу буквально не пару слышу. Слов. Да, по поводу, если Миша, ты меня все еще слышишь, по поводу Mural Bowser, то есть мэр Вашингтона действительно сделала такой пиар-ход, можно сказать, она приказала нарисовать вот этот мурал Black Lives Matter на улице, но при этом многие активисты осуждают ее из-за того, что она на самом деле перенаправила деньги в бюджете Вашингтона в полицию, а не в программы, вот, которые как раз помогают, грубо говоря, детям не пойти на преступные шаги и так далее, которые работают именно в таких закрытых комьюнити, где проживают афроамериканцы. Я бы еще хотела добавить, что по данным правозащитной организации ACLU, процент подростков, например, употребляющих легкие наркотики, как марихуану, среди белых американцев и афроамериканцев примерно одинаковый, но при этом афроамериканцев гораздо чаще сажают в тюрьму за употребление марихуаны или других легких наркотиков. То есть это легализация марихуаны – это часть дискурса о равных возможностях и часть дискурса о массовых тюремных заключениях, которым подвергаются часто национальные меньшинства. Итак, посмотрим. Миша, ты с нами? Попробуем. Да, я тебя слышу, но твое изображение теперь просто картинка. Отлично. Но мы тебя слышим. Угу. Картинка. Картинки нету. Ну, видимо. Ничего. Того, интернет здесь. Расскажи. Угу. Отлично. Собственно, да, требования протестующих сейчас, они выглядят следующим образом, что они требуют равноправия и требуют, собственно, остановить некое предвзятое отношение сотрудников правоохранительных органов в отношении афроамериканцев. Это действительно вот то, что объединяет людей здесь, но тем не менее они подчеркивают, что не стоит забывать о других сообществах, например, о латиноамериканцев, которые проживают на территории Соединенных Штатов Америки. Не стоит забывать об американцев азиатского происхождения, и, собственно, что к людям всех рас, всех цветов кожи, всех вероисповеданий, всех политических взглядов и всех других предпочтений к этим людям должно быть одинаковое отношение. Давай, напомни нам, пожалуйста, немного о том происшествии в понедельник, 1 июня, когда президент Трамп выступил в Розовом саду Белого дома и сказал, что поддерживает мирный протест, но ровно во время этой встречи, во время этой пресс-конференции были слышны взрывы дымовых шашек, протестующих выгнали из парка, вот того, где ты сейчас стоишь, и так далее. Расскажи немного об этом инциденте, пожалуйста. Но все будут видеть, что я был во время того, как это все происходило на месте событий, и Дональд Трамп действительно выступил в Розовом саду с заявлением,
и далее людей до того, как начался в американской столице комендантский час, оттеснили за полчаса до его начала, оттеснили из-под Лафайет-парка, который находится прямо напротив Белого дома, после чего, скажем, в хронологическом порядке, после чего Трамп вышел, прошелся через парк, стал возле церкви, которая находится за моей спиной, сфотографировался с Библией и ушел. С тех пор к Белому дому в течение 2 дней никого не подпускали, и как раз тогда появился забор. Забор, вот эта вот черная рабица, которую установили прямо при входе в Лафайет-парк для того, чтобы не подпустить протестующих более чем на несколько сот метров к Белому дому. За такое поведение, за такое действие Дональда Трампа неоднократно осуждали и эксперты, и об этом говорилось в эфире американских телеканалов. И вот, например, даже министр обороны Марк Эспер заявил, что он тогда присутствовал при вот этом действии Дональда Трампа, он не знал, куда он идет, зачем он идет, и что Эспер старается держаться подальше от любых действий, которые могут носить политический характер. Тем не менее, Белый дом заявляет о том, что полиция не использовала слезоточивый газ. Но вот тут очень довольно спорный момент. Я лично присутствовал во время того, как полиция оттесняла протестующих. Действительно, полиция, сотрудники правоохранительных органов использовали некое газообразное средство, которое вызывало кашель, слезы, першение в горле. И многие эксперты в эфире телеканалов ведут дискуссию, говорят, что как раз такие вещества попадают под классификацию слезоточивого газа. То есть у Белого дома своя точка зрения на то, что происходит, у протестующих немного своя. Мюрриел Баузер, кстати, она обратилась к федеральным сотрудникам правоохранительных органов, будь то секретная служба, будь то военная полиция или полиция федерального уровня, она сказала о том, что попросила Дональда Трампа, чтобы эти сотрудники правоохранительных органов, они уехали из Вашингтона, так как это мешает работе полиции, которая является местной, DC Metropolitan Police. И, кстати, сегодня в центре города мы не видим присутствия Национальной гвардии, мы не видим присутствия военной полиции. Есть только сотрудники Вашингтонской полиции. И действительно, протесты сейчас проходят мирно. Никаких следов насилия или провокаций. А были ли арестованы те, кто крушил магазины и рестораны вокруг тебя? Были ли совершены аресты на твоих глазах, может быть? Были ли арестованы люди? Это тоже очень интересная ситуация, Яна, потому что, например, в воскресенье, в понедельник, то есть в начале протестов, когда была самая жаркая ночь здесь, перед Белым домом, когда полиция оттеснила протестующих, и некая масса, небольшая масса людей ушла по домам, разошлась, но от основной толпы отделились несколько более маленьких, но не менее агрессивных, очень агрессивных группировок, которые пошли просто вдоль американской столицы, вдоль центра города и крушили все подряд на своем пути. То есть они останавливались возле банков, продуктовых магазинов, после магазинов техники. И на моих глазах действительно крушили витрины, забирали вовнутрь, занимались чем иным, как мародерством. Давайте называть вещи своими именами. И вот когда я пытался записать видео о том, как эти люди, они занимаются вандализмом среди города, я зафиксировал лица этих людей, ко мне подбежал молодой человек, он, естественно, не представился, спросил, какой у меня iPhone, так как я снимал на телефон, толкнул меня, между нами завязалась небольшая драка, я пытался защититься и не дать ему украсть мой телефон, и после этого мне пришлось убежать с этого места, то есть явно эти люди не пришли поддерживать протестующих и действительно не пришли выражать свою гражданскую позицию. Опять же, не все люди на протестах были такими, и не все люди были мирны. Тем не менее, следует отделять вот эти вот агрессивные группировки от неагрессивных. Полиция, которая приехала на место, где впоследствии происходили вот эти вот акты вандализма, а приехала не только полиция, приехали сотрудники Федерального бюро расследований в том числе, они оттеснили людей, посмотрели на то, что происходит, и уехали. То есть при мне никаких задержаний не было. Я полагаю, что, наверное, мне в той ситуации, в которой я оказался, нельзя было ожидать какой-то помощи со стороны правоохранительных органов. Потому что когда грабились магазины, никакого вмешательства сотрудников полиции не было. И вокруг не было никого, к кому можно было бы обратиться. Поэтому ситуация была довольно неприятная. Но сегодня протест проходит мирно. Вчера и позавчера я своими глазами мог видеть ситуацию, когда
среди толпы, мирной толпы, пытались провокаторы неким образом разжечь насилие. Например, один человек залез вот на тот столб, вот на тот столб. Мы, к сожалению, не видим тебя, Миша. Табличка Black Lives Matter. Ага. А, вы не видите? Ага. Вот кошмар. Вдруг появилась. Ага. Ага. Он залез, значит, я был свидетелем ситуации, когда человек залез на столб, он пытался сорвать знак уличный, что впоследствии ему удалось, и в конце концов толпа это увидела, она начала кричать неодобрительными возгласами, и когда человек слез, толпа попыталась его неким образом проучить, и, собственно, началась стычка, которую другие протестующие, они разняли, и очень многие кричали, что здесь нет места протеста. Вандализму и агрессии. Да. А какой примерно возраст и расовый состав, если хочешь, протестующих? То есть я так вижу, что это не только афроамериканцы, даже совсем не только. Ну, вандалами могут стать, опять же, люди абсолютно разных рас и разных возрастов. Ну, вот, например, я имею в виду сейчас вокруг тебя. А, вокруг меня? Вокруг меня абсолютно разная аудитория. Действительно, сюда приходят и афроамериканцы, и азиаты, и белые, и люди абсолютно разного социального состояния, как я могу видеть, потому что, вот, например, я встретил многих своих друзей здесь, знакомых. Тут очень много журналистов работают в самом центре Вашингтона, естественно, это интересно для международной аудитории. То есть сейчас протест, есть такое великолепное слово «diverse», английское слово «diverse», то есть протест довольно разнообразен. И действительно, очень интересно, что будет происходить здесь вечером, так как днями ранее уже мы видели то, как, например, провокаторы и насилие приходят с приходом темноты. Да? Вчера, например, протестующие вели себя довольно мирно, и даже когда стемнело, даже несмотря на проливной дождь, как будет сегодня, посмотрим уже через несколько часов. Кстати, на завтра запланирован большой массовый протест. Огромная колонна должна пройти по центру Вашингтона. По крайней мере, огромные ее называют организаторы. Такие оценки они дают. Да, Миша, снова стала пропадать связь. Об этом расскажем в эфире и на следующее время Америка, и расскажем в эфире о социальных сетях «Голос Америки». Да, Миш, сейчас чуть-чуть нарушилась связь. Ты не договорил, ты хотел описать человека, который напал на тебя тогда, попытаясь отобрать твой телефон. Можешь его описать? Ну, это был... Опять же, я предлагаю больше не описывать, а, например, посмотреть на видео, так как это было все заснято на видео. Опять же, это есть на моей странице в Твиттере, это есть... Можно зайти и посмотреть. Был молодой человек, это был афроамериканец, действительно, но он не имел отношения к протесту, как я могу полагать, как мне кажется. Пришел в центр Вашингтона не для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, а для того, чтобы заниматься противоправными действиями. И возраст участников, в основном ты видишь молодых людей вокруг себя или людей разных возрастов? Ну вот вокруг меня сейчас находятся абсолютно разные люди. Опять же, повторюсь, американское прекрасное слово «diverse», этот разнообразный, вот этот протест действительно можно назвать разнообразным. Люди абсолютно разных цветов кожи, разных, наверное, политических взглядов, из разных стран. Абсолютно разные люди здесь находятся, и по возрасту разные, и молодые люди, и люди постарше, и люди пенсионного возраста. Собственно, все пришли сейчас, несколько сотен человек пришли сейчас под Лафайет парк. Действительно, еще раз подчеркну, что протест сегодня проходит довольно мирно, что вот насилие, опять же, днями ранее мы могли видеть признаки насилия и признаки какого-то беспорядка ближе к вечеру. Вчера же, несмотря на проливной дождь, протесты проходили мирно. Посмотрим, как протесты будут проходить сегодня, уже через несколько часов. Да,
Спрашивают, в связи с такой ситуацией будут ли расширены квоты в университетах или на предприятиях. Но дело в том, что я сразу же отвечу на этот вопрос, даже, Миша, нет квот на предприятиях и так далее. Просто есть политика, при которой, если два кандидата с равными абсолютно резюме, да, с абсолютно равными способностями, уровнем образования и так далее, то предпочитают в основном компании, да, выбирать кого-то из, что называется, minority, из меньшинства, то есть это либо афроамериканцев, либо, может быть, американцев латинского происхождения и так далее. Но нет квот как таковых, то есть все равно пытаются, может быть, они есть в университетах, да, для того, чтобы создать ту самую diversity, о которой сейчас говорит Миша, разнообразие, но на предприятиях и на госслужбе квот нет как таковых. Есть просто законы, которые защищают от дискриминации, и люди как бы с равными резюме все равно выбираются, да, те, кто из двух человек с равным резюме выбираются, например, либо ветераны армии, либо кто-то из нас меньшинства. Да, но не за этим протесты, правильно? Да. Но еще следует отметить, вот буквально сегодня Трамп выступил с заявлением в Белом доме с пресс-конференции, которая на самом деле пресс-конференции не была, так как президент не ответил на вопросы журналистов. Это называется обращение президента, statement, все что угодно, но не пресс-конференция. Так вот, во время пресс-мероприятия в Розовом саду Белого дома как раз Трамп сделал акцент на том, что он сделал для афроамериканского комьюнити в Соединенных Штатах Америки. Он как раз говорил об исторически афроамериканских университетах и колледжах, что Белый дом выделяет им деньги. Он сказал о том, что в отличие от других администраций, Трамп делает это в течение там 3 лет. И, собственно, он подчеркнул, что вот как раз он сделал очень много для афроамериканского комьюнити, в отличие от других любых президентов. Но вот как раз хочу акцентировать внимание, что, например, в Вашингтоне есть университет, который действительно исторически так сложилось. Большинство студентов там — это люди либо латиноамериканского происхождения, либо афроамериканского. Но при этом и люди, и белые люди могут абсолютно свободно податься и начать учиться в таком учебном заведении. По-моему, называется Howard University. Да, нет никаких законов. Да, нет никаких законов, которые ограничивают поступление в те или иные колледжи. С каких это заслуг у меньшинств привилегии, спрашивает наша зрительница Ирина. Это большая почва для дискуссий, для размышлений. Действительно, большинство. Во-первых, давайте начнем с того, что демократия и при демократии должны слышать голоса всех. И действительно, если существует то или иное меньшинство, оно не должно себя чувствовать ущемленным, правда? То есть должен быть определенный диалог. И собственно, я всегда выступаю за диалог как журналист, так без диалога ни один мы не сможем услышать ни сторону одну, ни сторону вторую, ни сторону третью, если такая есть. Поэтому, опять же, это пища для размышлений, для философствования, но мне кажется, что в равенстве, это мое субъективное мнение, в равенстве нет ничего плохого. Да, эти законы были приняты именно для того, чтобы приравнять народы, которые раньше были угнетены, которые раньше не имели прав, ни прав поступления в определенные вузы, ни прав голосовать и так далее, для того, чтобы приравнять их и, так сказать, влить их в основу американского общества, как бы присоединить их к остальному американскому обществу. В этом была суть антидискриминационных законов. Итак, у нас снова начинаются проблемы со связью, но, Миша, если ты можешь сказать нам... Завтра будет большой марш, как ты говоришь. На этом, как ты думаешь, протесты закончатся или все еще будет продолжаться какое-то такое протестное движение? Очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Да, Миша сказал, очень трудно сказать, но мы сейчас плохо слышим тебя, к сожалению. К сожалению, связь с Михаилом Комадовским оборвалась, но я надеюсь, что вы будете следить за его сообщениями. Он продолжает работать, что называется, в поле, продолжает рассказывать о том, что происходит
у Белого дома и вообще в Вашингтоне, на улицах Вашингтона. И я надеюсь, что вы будете следить за нашими сообщениями в соцсетях «Голоса Америки». Спасибо, что были с нами сегодня. До встречи!